Очистка негативных порталов и интерферентов. Я призываю энергии источника. Я призываю свое высшее Я и команду в духе высшего света и резонанса засвидетельствовать и активировать этот указ. Я призываю Архангела Михаила и всех ангелов, работающих с Михаилом, присутствовать во время этого указа. Я призываю Метатрона и всех архангелов Великого Центрального Солнца, работающих с Метатроном, присутствовать при этом указе. Я призываю всех ангелов и архангелов всех силовых планов. Я призываю всех Елохимов и Серафимов, ультрафиолетовых огненных ангелов, ангелов поля нулевой точки, ангелов силового поля безопасности. Я взываю к своему высшему Я. Я есть присутствие вместе со всей ангельской помощью и поддержкой звездных братьев и сестер во всей Вселенной, чтобы помочь мне в этом указе. Я призываю сеть Вознесения к сознанию Христа и ко всем вознесенным существам внутри этой сети. Я призываю кристаллическую решетку Гая для помощи и поддержки во время этого процесса и всех вознесенных существ внутри этой сети. Ультрафиолетовые огненные ангелы создают тройную защиту ультрафиолетового огня вокруг моего энергетического поля. Внутри этого щита я призываю ангелов поля нулевой точки создать поле энергии нулевой точки, чтобы устранить все помехи, возникающие из моего энергетического поля. Дух, освободи все блокирующие соглашения, связанные с любой формой ограничений или вмешательства, включающие допуск негативных порталов и существ ложного света в мою личную реальность и в мое личное пространство. Возникли они в этом воплощении или в другом воплощении, или возникли через родословную. Пожалуйста, удалите и уничтожьте из моей записи Акаши во всем времени и в пространстве любые соглашения, обещания, обеты, контракты, которые позволили возникнуть любому такому вмешательству. Уничтожьте любые связанные с этим соглашения или программы, которые будут стремиться восстановить любые порталы и отверстия. Делайте это через все умы, все тела и все измерения, все воплощения реальности. Дух, очисти и запечатай все отрицательные порталы, отверстия, точки входа, отрицательные вихри или червоточины, включая все ложные световые проемы и порталы, те, что кажутся светлыми, но на самом деле не являющиеся таковыми. Очистите и наполните светом все токсичные потоки, способствующие любому негативному открытию. Запечатайте все разрывы и проколы в моих энергетических полях. Очистите и удалите все программы, подключенные к отрицательному входу, включая любое программирование, которое будет стремиться воссоздать любое отрицательное открытие. Делайте это во всем времени и пространстве, и во всех измерениях и временных линиях. Дух, убери из тела моих энергетических реальностей всех ложных световых существ и связанные с ними программы всех ангелов ложного света, проводников, учителей, наставников, целителей, все группы ложного света, включая все религиозные организации ложного света. Очистите все ложные световые энергии от моих полей. Очистите, удалите и замените золотым светом из сети Христа. Дух, убери из тела энергетических полей все нити, щупальца, которые связывают меня с демоническими и сатанинскими энергиями и сущностями, темными группами инопланетян, сатанинскими и люциферианскими группами, падшими ангелами, вместе со всеми связанными программами и мыслеформами. Очистите, удалите и замените все помехи золотым светом из сети Христа. Дух, убери всех развоплощенных сущностей, низших астральных энергий, фрагментов души, которые не принадлежат мне, и возьми их свет силой Божественного Источника. Очистите все связанные энергетические мыслеформы, истории, системы верований, подсознательные сообщения, которые имеют более низкую вибрацию. Очистите, удалите и замените все помехи золотым светом из сети Христа. Дух, удалите из моего тела и энергетических полей все блокирующие пластины, стержни, печати в теле, все, что создает раскол между духом и материей, сердцем и умом. Все, что негативно влияет на мою сексуальную энергию, влияет на мое эмоциональное выражение, все блокирующие пластины и стержни, и печати, которые ограничивают мое духовное пробуждение, путь эволюции,
проявление моего кристаллического тела света, расширение света и вибрации моей реальности. Удалите все пластины, стержни и печати, связанные с трехмерной матрицей, все печати чакр, все кармические печати, все печати, ограничивающие мои ДНК, все религиозные печати, включая печати, созданные инопланетянами, темные печати Ориона, сатанинские или демонические печати, все ложные светлые печати, очистите и удалите все помехи алмазным белым светом из кристаллической решетки Земли. Дух, убери все помехи программирования, которые поддерживают игру двойственности. Очистите все устройства или имплантаты искусственного интеллекта. Удалите все устройства, имплантаты энергетических хищников, устройства или имплантаты для создания зависимости, кибернетические устройства или имплантаты. Дух, удали все негативные устройства или имплантаты в физическом теле и энергетических полях.